В нашей стране находится делегация Нотариальной палаты Кыргызской республики. Программа визита включает ряд встреч, в ходе которых гостям рассказывают об изменениях, которые происходят в системе нотариата в последние годы. Также в рамках визита подписан меморандум о сотрудничестве. О деталях в репортаже программы. В первый день визита делегация ознакомилась с работой узбекских коллег. Гости высоко оценили реформу в нотариальной системе Узбекистана, высказали интерес к новшествам в сфере нотариата и желание применить их в своей деятельности. Также в Министерстве юстиции им была презентована автоматизированная информационная система «Нотариус». У нас уже порядка 10 международных меморандумов. Мы можем сотрудничать в плане информации. Мы можем брать у них нужную информацию, например, интегрироваться с базами данных. Основная цель визита – это изучение нашей практики, потому что палата за такое короткое время уже достигла хороших результатов. Мы готовы обучать страны. Вот с таким же визитом Таджикистан приезжал недавно. И мы готовы к сотрудничеству. В рамках встречи подписан меморандум о сотрудничестве между нотариальными палатами двух стран. Основными его направлениями являются нормотворческая деятельность, повышение правовой культуры нотариусов, формирование политики в сфере, развитие инновационных систем и другие. И сегодняшний этап в развитии считаем важное событие, то, что мы со вчерашнего дня увидели, какой рывок сделал нотариат Узбекистана, ознакомились с информационной системой нотариата, нотариус Узбекистана, увидели ВАЧУ. Именно созданная информационная система Узбекистана для нотариусов и для населения, считаю, что подняло на качественный уровень, во-первых, автоматизированное место для нотариусов, облегчило их труд в обслуживании населения, потому что именно нотариат является тем государственным институтом, который стоит на защите прав и законных интересов граждан, населения и юридических лиц.